Кстати, сегодня хочу с вами распаковать коробочку красоты Birchbox. Это не украинская коробочка красоты, это иностранная коробочка красоты. Основное, как бы, препятствие, почему не заказывала раньше ее, то, что нету прямой доставки в Украину ее. Но с помощью одной девочки я смогла ее получить у себя в Киеве. По стоимости, если ошибаюсь, она мне обошлась около 30 гривен, то есть это, грубо говоря, 7 долларов или 6. У них каждомесячные коробочки, и иногда бывает еще плюс к ежемесячной кураторской коробке. Это сентябрьская коробочка. Вот такая упаковочка, довольно такая симпатичная, и она очень маленькая. То есть если посмотреть вот руками, она открывается вот так вот. И вот так вот выглядит изнутри. Да, тут видите, сентябрь 2015, то есть тут описывается на то, что каждый продукт, тут у меня их 5. И каждый раз, видите, тут написано, что можно получать какие-то деньги за то, что вы оставляете отзывы на продукты на сайте birchbox.com, mybox. Еще какой-то купончик, но это нужно потом разбираться. Распаковываем. Довольно все мило выглядит. Так, я распаковала эту упаковочку, и мне было 2 продукта. Это как раз косметика от Benefit. Я так понимаю, что это гель для бровей. Какой только цвет. Такая маленькая. Очень маленькая упаковочка. Цвет светлый к среднему цвету. То есть, в принципе, мне должно подойти по цветотипу. Будем смотреть. 6 месяцев после открытия. Ну и как раз показано, что оно используется для бровей. Ой, какая малюсенькая. Аппликатор очень маленький. Но я думаю, может, приловчусь к нему. Яркого запаха нету, это очень хорошо. У меня как раз заканчивается гель для бровей, и это будет хорошая, достойная замена, я думаю. Следующий у нас Dear Clark. Я так понимаю, тоник для увеличения объема волос. Handmade из Техаса. Тоже. Ага, это не full size. Это они просто пишут цену для полноразмера. Это, я так понимаю, какой-то небольшой пробничек. Ну, симпатичная бутылочка. И по составу сейчас будем смотреть. Смотрите, тут не так особо и пишут про состав, но я думаю, где-то можно его прочитать и удостовериться, или точно это handmade, и там особо много силиконов нету. Ага, тут нету силиконов, сульфатов и всякой другой гадости, парабенов. То есть в форме спрея, не знаю, у меня так объемный волос. Ну, попробую, может быть, или кому-то подарю. Так, следующий это Dr. Brand Force No More. Вот это. Это, я так понимаю, умывалка, пробничек. Так. Для жирной и комбинированной кожи нужно применять его носим на кожу, взбиваем до пены и потом очень хорошо умываемся теплой водой. Нужно препятствовать, чтобы не попадало оно в глаза, потому что, скорее всего, будет плохо для глаз. И используется с утра и вечером. Интересно. Ну, посмотрим. Умывалки, это всегда хорошо. А стоимость полноразмера 35 долларов. Ну, не знаю, насколько это оправдано по цене. Так, следующее это Harry Prince. Туалетная вода, я так понимаю. Цитрусовая, но с цветочными какими-то нотами. Ага, даже это парфюмированная вода. 1,5 мл. Сделана в США. Мандаринка, грейпфрут. Форсус, не знаю, что это такое. И какие-то еще, скорее всего, небольшие вкрапления именно цветочков. Нужно посчитать ноту, и может быть подойдет, может быть нет. Так, и следующее, это очень устойчивая помада, которая имеет хороший пигмент и увлажняет кожу без какого-то ну, без сухости. Давайте посмотрим ингредиенты, вот как вы видите. 3,5 грамма, довольно большая, увесистая. Это пробничек, 6 месяцев после открытия. Сделано в Тайване, но для заказа в Model Co. Называется Model Co. Smitten называется. Вот так пробничек выглядит. Это помадка. Давайте посмотрим, какой цвет будет. О, какой винный цвет.
Запах довольно приятный. Давайте просвочим его. Такой вот интересный цвет. Возможно, буду пользоваться, поскольку мне подойдет этот цвет. Ну, буду надеяться, по крайней мере. Но как оно... Кстати, да, тяжело растирается. То есть, в принципе, устойчивая помада. Так, ну, в принципе, это все, что было в Биджибоксе за сентябрь 2015 года. Интересует, заказывали ли вы какие-то из этих коробочек? И если да, то какой самый лучший попадался вам состав? И стоит ли вообще пробовать их заказывать без помощи каких-то форвардов через использование адреса в США? То есть есть такие специальные службы курьерские, которые получают эти посылки на свой адрес в США, а потом переправляют в любую страну, там СНГ или другую страну мира. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Подписывайтесь на мой канал и всем удачи. Пока!